Знакомьтесь, Чепуров Павел, директор рекламного агентства Green Media. Молодой, активный и амбициозный представитель предпринимательского сообщества Сарапула. По образованию государственный и муниципальный управленец. Однако себя нашел именно в деле построения бизнеса. Я закончил Удмуртский государственный университет по специальности государственного муниципального управления. Вот, и хотел развиваться как чиновник, но поработав 2,5 года в Федеральной антимонопольной службе, понял, что, наверное, будет интереснее развиваться в бизнесе. Вот. Я там больше чувствую, ну, больше свободы, самореализации, чем на госслужбе. Идея создания своего рекламного агентства Павлу пришла в далеком 2004 году. Начался его путь в бизнесе 6 рекламных конструкций под билборды. Мне товарищ подкинул идею, что можно зарабатывать на размещении наружной рекламы на билбордах, вот, с Ижевска. Вот. И я подумал, что, ну, он у меня в Ижевске такой проект обсуждал, вот. И я подумал, почему бы у нас в Сарапуле такое не сделать, потому что у нас была земля в центре города, вот. То есть первая конструкция, 6 поверхностей у нас были установлены даже в 2004 году, вот, если я ничего не путаю. Да, в 2004 году мы поставили первую конструкцию здесь, вот у гостиного двора, вот там наша земля получается, и мы сделали напротив центрального рынка первую конструкцию. Само же агентство под брендом Green Media было зарегистрировано уже в 2008. И с этого года уже возникло понимание, что на этом можно зарабатывать. Вот, мы установили по городу там порядка 12, по-моему, конструкций. Вот, и начали развиваться в этой теме. Производство у нас открылось в 2010 году, то есть первый широкоформатный принтер трехметровый, там в городе их еще таких не было ни у кого, мы купили в 2010 году, вот, и потом уже начали развивать как производство, так и направление по размещению наружной рекламы. Это направление теперь является основным в работе Green Media. Сейчас на территории Удмуртии и даже в городе Чайковский Пермского края размещено в общем порядка 200 рекламных конструкций. В какой-то момент, это было в 2015 году, мы поняли, что в рамках Сарапула развиваться, наверное, не очень дальновидно. Вот, и мы пошли по другим городам, по ближайшим. То есть первый город, который мы открыли, это у нас был Чайковский. Мы там участвовали в тендерах, тоже выиграли ряд аукционов и установили свои конструкции. Сейчас у нас там порядка 40 поверхностей. Вот, помимо Чайковского, мы сейчас еще работаем в Воткинске. У нас там тоже порядка 40 поверхностей, что составляет примерно половину рынка Воткинска. Работаем в Глазове, у нас там собственные конструкции, в Каракулино, в Игре. Вот, в прошлом году, да, даже в этом году, получается, мы зашли в Завьяловский район и в Ижевск. Теперь компании, желающие разместить свою рекламу по всей республике, могут легко обращаться в Green Media. Здесь не только помогут с размещением, но и разработают дизайн и изготовят ее.